Организовали и провели соревнования члены бадминтонного клуба «Апрель». Продвигая олимпийский вид спорта, инициаторы заботятся о здоровье спортсменов, так как бадминтон приносит большую пользу для всего организма в целом. Всех желающих, кто хочет участвовать, играть, кто хочет заниматься спортом, мы рады всегда видеть у себя на тренировках. Чем, да, что знаем, поделимся, научим. Это, ну, вид спорта очень хороший, подвижный, масса впечатлений, эмоций и разрядка после рабочего дня. В лидерах оказались спортсмены из Обнинска. Гости из Воронежа, Белгорода, Калуги, Смоленска и городов нашего региона также не остались без наград.